Наш путь лежал в провинцию Энтре-Риос, расположенную в 470 километрах от Буэнос-Айреса. Провинция Энтре-Риос находится в северо-восточной части Аргентины и дословно переводится как «междуречье», так как регион делят реки Парагвай, Гуарегвай и Уругвай, вдоль бассейна которой расположен целый ряд термальных источников, к которым мы и направились в город Федерасион. Первыми жителями провинции были индейцы Гуараны, Чаруа и Чана, пока в 17 веке регион не заселили европейские колонисты. Поселились мы не в большом апарт-отеле «Эль Мирадор», что переводится как «Бельведер». Внешне здания и прилегающие к нему территории выполнены в стиле аргентинского кампо, то есть деревенского дома. Никаких излишеств. Все просто, практично и опрятно. Можно питаться в кафе и ресторанчиках, а при желании можно самим поджарить мясо на гриле. Комнаты просторные, без какого-либо излишка, но комфортные по своей простоте и оснащенные всем необходимым – постельным бельем, полотенцами, посудой, а также Wi-Fi интернетом вполне сносного качества. В непосредственном соседстве с отелем находятся разнообразные кафе, рестораны с типичной аргентинской кухней, а также многочисленные сувенирные лавочки и магазины с пляжными принадлежностями. От термальных источников нас разделяла небольшая площадь с симпатичным фонтаном. Сами источники были обнаружены в 1994 году. Именно тогда городок Федерасион начал понемногу превращаться в курортно-оздоровительную зону. Минеральная вода поступает в бассейны с глубины 1268 метров. Температура воды достигает 42,5 градусов. Каждый из бассейнов предоставляет отдыхающим воду определенной температуры, а также снабжает необходимой информацией о времени пребывания в воде. Пропуск в комплекс приобретается на весь день, с утра до 10 вечера, возможностью многократного входа, что позволяет посетителям отдохнуть от водных процедур и подкрепиться.
Кроме термальных источников, посетители провинции Энтре-Риос могут насладиться природой, совершив вылазку в местный заповедник Чавежу. Дорога в заповедник проходит по живописным окрестностям, ярким цитрусовым плантациям и эвкалиптовым рощам. Чавежу дословно переводится с языка индейцев гуаряны как «струящаяся вода». Прогуливаясь по дну ныне высохшего доисторического водоема, можно набрать щедрую коллекцию интересных окаменелостей, возраст которых исчисляется миллионами лет. В близлежащих к заповеднику населенных пунктах можно увидеть внушительное количество деревообрабатывающих мастерских, а также пчеловодческих центров. Надеюсь, что вам понравилась эта небольшая экскурсия, и у вас обязательно появится в жизни шанс лично заглянуть в этот далекий уголок нашей планеты.